Так, не сбавляем темп. Собственно, следующее приложение. Coconut Battery, то есть кокос батарея, ну, приложение для просмотра состояния вашего аккумулятора на MacBook. Все параметры здесь указаны. Вы можете всех посмотреть. То есть, вот, например, Current Change, это у нас показывает текущий уровень заряда аккумулятора в мАч. Maximum Change, это у нас максимальная емкость, тот максимум, до которого вы его можете зарядить. Вот это у нас показатель, по-моему, или зарядки. Вот это у нас показатель здоровья батареи уже получается, да? Мануфактур даты, это у нас дата производства, количество циклов, 363, состояние батареи, состояние температуры батареи в Фаренгейте, да, можно менять по нажатию. И состояние зарядки, да. Ну вот сюда, если нажать, можно узнать модель MacBook, да, то есть 10.1, когда он был создан, сколько ему уже дней, серийник и название операционной системы. В истории можно посмотреть, как менялась емкость, количество циклов, ну вот здоровье батареи просело, да. Это у нас уже, ну вот за год село где-то процентов на 6-7. В новых версиях появилась возможность просмотра информации о вашем iOS девайсе, там iPhone, iPad, iPod Touch, вы можете его подсоединить к там Lightning и посмотреть, что у вас есть. Вот точно так же. Дата производства, модель iPhone, название операционной системы, версия вернее, да, сколько у вас места из них свободного и все то же самое. Заряженность батареи, показать ее здоровье и вот здесь в деталях точно так же показана версия там загрузки, номер телефона, серийник и сколько дней вашему телефону. Ну, собственно, на этом все. Ссылку на приложение дам в описании.